Всем привет, всем добрый день. Смотрите, какая тележка красивая. Я с такой редко когда хожу. По дороге я заехала, друзья, купить краску для Гены в гараж, потому что он ведро одно уже купил и маловато. Какой маленький холодильник, видите? Можно косметику, можно кока-колу, даже две баночки, три баночки. 26 долларов. Ой, что-то рулить не умею ею. То я по дороге и куплю. Уже все в школу. Беседка, друзья, пока стоит, потому что нужно красить ему. Так, где-то оно в этом краю. В этой стороне любые краски. Такое ведро. 19 литров. Такая недорогая краска, не та, что в дом. Ну, та, что не боится воды она, наверное. 40 долларов одно ведро. Нужно будет попросить сюда, то я поставила, потому что это с земли, и оно как бы невысоко. А в машину погрузить, то нужно попросить, потому что очень тяжелые ведра. Я не смогу их поставить в багажник. Посмотришь на эти всякие валики, кисточки, щетки, и уже хочется делать ремонт. И я только что видела там в начале такое, вот такое ведро и стиральный порошок жидкий. 30 долларов. И вот это я думаю, может быть, его взять. Это насколько его хватит. Ну, не знаю, он хороший, нехороший, потому что я его не покупала. Еще не брала. Хотя здесь мне они все одинаковые. Купишь дорогой и купишь и дешевле. Один и тот же. Как бы. Ой. Все одинаково стирает. Сейчас гляну я его. Это пробнички. Крем продается, можно пробовать. Вот такой. Друзья, ну напишите, кто-то покупал. Сейчас 3,70 на него скидка. Вот такое большое ведро. Ну, понюхать бы его, да. Но как оно здесь закрыто. Я люблю, чтобы оно с запахом было. И вот такие насадки сюда вставляешь, и сразу себе не нужно никогда переливать. Как шампунь надавливается, знаете? Вот. Не знаю. Ну, может быть, и хорошие. Вот уже немного ведер. Всем привет! Заказала я себе вот такой красивый набор ножей. Белый цвет. Очень оно будет красиво на моей белой кухне. Деревянная подставочка. И заказала я их в магазине TikTok Shop. Стоят они 119 долларов. Но сегодня, друзья, они стоят по очень-очень большой скидке 69,99 всего-навсего. И даже еще там может быть вам купончики. Сюда входит вот такой набор этих ножей. Можно их мыть в посудомойке. Но, чтобы лучше сохранять их, то можно мыть руками. Я думаю, что я их буду мыть руками. Я их не буду класть в посудомойку. Есть точилка для ножей, если они заточились так, чтобы их остыть. И, что очень важно на кухне,
вот такие кухонные ножницы, разрезать всякие косточки. Вот тут-то тоже здесь. Легенькие, очень хорошие, хорошее такое качество. Пилка, чтобы нарезать хлеб. Вот. И сейчас мы попробуем. Так, я думаю, вот это. Нарежем домашние мерзлые сальцы. Ух ты! Как легонечко. Всем приятного аппетита! Очень острые, хорошие. И попробуем огурчики. Это ножик-пилка. Таким узорчиком делает. Пробуем вот такие. Очень острые, как пилка. Всем, друзья, советую приобрести себе такой наборчик. И будет украшать вашу кухню. Всем спасибо, всем пока, всем хорошей покупки. Всем доброго утра или уже дня. Моя квочечка уже здесь, она сама приходит. Цыпа! У нас, друзья, вчера опять был дождик. Днем так сыпануло хорошенько. Ой, Мурулечка пришел. Так, нужно хлеба взять цыплятка. Уже последняя бочка зерна. Уже когда, даст Бог, приедем, мы едем раз, два, три, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, 4 дня. Если будем ехать через Канаду, то оно короче будет на 2 часа, а если кругом, то будет дальше ехать, где-то 12-13, наверное, где-то так. То мы будем ехать короче. Боюсь открывать, чтобы не было мышары здесь. А то так раз, один раз было у меня. Не. О, нету, слава богу, нету. Немножко вот. Так она. Ну, ничего. Ну, мыши были, видите, кушали. Тоже ж гости приходят. Буду уже пшеничку заказывать. Уже нужно написать. Будем ехать, друзья, в гости к нашим знакомым. Моя хорошая, давай. Дедушка тебя будет нянчить, окей? Будешь слушаться дедушку? С руки не хочет. Как вкусненько. Ням-ням-ням. Помидорки мои, друзья, стоят. Не знаю, что будет. Я их не поливала, потому что земля была очень мокрая, и они были сами. Корешки те тоже очень мокрые. Вчера был дождик, их полил. То так. Так что собираемся. Я уже сумку сложила. Давид сейчас приедет с работы. Едем все вместе. Какую яму Рекс вырыл, только голова торчит. Рексютка, жарко тогда. Иди в сарай, там лучше, там прохладненько. Собак не будем выводить туда, потому что, чтобы не оторвались, не побежали к соседям, то у них место здесь есть. Вода, еда, главное, чтобы было. И все. Домик есть. И вот тут место тоже на улицу. Гусыня, выходи.
А там в розовой будке закрыто, видите, сеткой закрыто, блоками. Там больная курица. Она, я не знаю, она и не больная такая, чтобы, ну, просто старенькая, и вот это бьют. То я ее туда закрыла, еду, воду, воду поставила, еду, воду. То нужно отцу сказать, что там она пускай сидит. Потому что эти такие у нее подружки, что сразу за 5 минут уничтожат. Ту спасла, это другая рябушка такая, а то была такая красная, которой голову раздолбали до крови. А вот она девочка, вот эта. То я ее в клетку посадила на 2-3 дня в будку, тоже все дала. А еще обработала, то выжила, все хорошо теперь. Старенька. На месте тоже есть. Все. Будем днем выезжать. Сейчас у нас где-то 10, наверное, утра. Где-то в 12, может быть, будем ехать. Или, ну, посмотрим. Все, поели, наелись и сразу туда, видите, на работу. Все на работу. Все, курочки, мы поедем. Вы здесь будьте послушненькие. Никуда не идите далеко. Это Тамечка наш. Все, друзья, выезжаем. В Мирославе у нас закрыта машина. Я хотела здесь очки взять мои от солнца. Погодка у нас теплая. Замечательно. Кофту беру, потому что в машине кондиционер, может быть, чтобы не было холодно. В Нью-Йорке всегда холодно. Там же жара. Не знаю. Так что, все. Друзья, пожелайте мне удачи. Хорошей дороги легкой. Встретимся там уже. Застал нас, друзья, в дороге дождик. Ехать нам еще 7 часов 35 минут. Сейчас 3 часа, а 12:30 мы выехали. Заезжаем мы на заправку. И уже подъезжаем. Сколько осталось до Канады, Геннадо? Таможни, да? Уже близко? А оттуда еще сколько? О, собачка прогуливается. Малятка. Лошадку нужно купить, Давид. Не хочешь такую лошадку? Будем кататься. Очень эта заправка такая, как магазин. Чистенькая, нравится. Большущая такая. Мы в Канаде, друзья. Уже побывали и в Канаде. Сколько грузовиков, да, стоит? Ух ты, на ту полосу не все. Подъезжаем уже, подъезжаем. Дождь уже прошел, здесь и не было его. Все, мы на таможне. Выезжаем из США. Столько машин. At the light, turn left onto Stone Street, then sharp left onto Church Street. Выехали с Америки, заплатили $3, да? Въезжаем, друзья, в Канаду.
Take the second left onto Walnut Street, then turn left onto Church Street. Take the next left onto Maple Street, then turn left onto Church Street. Take the next left onto Cherry. Take the next left onto Gratiot Avenue. Lake Huron. In 1,000 feet, turn left onto Willow Street. Ух, высоко мы. Давай быстрее проезжай. Сейчас будет. 600 feet, continue onto Blue Water Bridge East. Blue Water Bridge. Все, заезжаем в канал. Continue for 64 miles. Welcome to Canada. Спасибо, тетка. Спасибо, приняли за гостеприимство. Сейчас посмотрим, какие все, здесь дома. Тут уже километры, видите? Ага. Не мили. Интересно, такие как в Америке или по-другому? Канадская, да? Точно. Проверка. Когда выезжали с Америки, то только мы заплатили за дорогу. А тут уже проверка документов личности каждого. Все, мы в Канаде. Walmart наша. Да, Walmart здесь есть. Да, все такие магазины, как у нас в Америке, да? Та самая Америка. Ехать нам несколько часов через Канаду и там уже будет. Мы экономим 3 часа. Нашей дороги, да? Ну да. А 3 часа посидеть, да? Ну конечно, 3 часа это много, не 30 минут. Нам еще 6 минут, 6 часов. Ну, дай Бог, доедем. Все посчитала уже в километрах. 100 километров. Будем в 10:47 вечера. Если доедем, дай Бог. Дай Бог, доедем, все будет хорошо. Какой красивый вот мост, друзья, это мы в Канаде. Осталось нам ехать 3 часа и 20 минут. Дома не увидели, потому что, ну, как мы не едем же в центре города там. А так, дорогой поза городом. Ну, так как в Америке едем и все. Одно и то же, да. Всем, кто в Канаде живет, всем привет. Все, друзья, уже мы в Америке опять. Канаду уже проехали благополучно, все хорошо. Таможня американская. Да, это уже американская таможня. И сколько были мы в Канаде, не было у нас интернета, потому что это другая страна. Только въехали в Америку, все, сразу интернет появился. Он нас здесь ждал. Да. Он объехал, ждал, объезжал через США. Так, уже 7:45 вечера. А ну, усы пробери, убери. Мы еще не ели. Да, яблочки, апельсинки, семечки. Уже темнеет. О, здесь посмотрим, сколько темнеет, да? Быстрее. Да. Сейчас у нас 9:40 сейчас темнеет в Мичигане, а тут 7:45. Ну, уже, кажется, да? Уже темнеет немножечко так. Ехать нам еще 3 часа и 8 минут. Угу. Ну, даст Бог, доедем.
Так, решили мы еще заехать на заправочку. И уже мы в Америке. Continue on New York 182 West for half a mile. И сейчас еще заедем, позавтракаем, пообедаем и поужинаем сразу, да? В китайский ресторан заедем. 20 минут отсюда. Сразу заправимся тоже. И сразу заправимся. 3.59, да, бензин? 3.59? Маму, да. Маму, you know what? Все, мы приехали, друзья, и нужно быстренько, очень быстренько покушать, потому что нам ехать еще 3 часа. А я же хочу и вам показать. Мы в Нью-Йорке, какой китайский ресторан, какой город, ничего не знаю. Так, я хочу креветочки. Суши можно взять. Оля, это твои или нет? Конечно же. Вот эти возьму. Суши. А васаби хочу еще. Опа. Людей много, значит, бизнес идет. Люблю эти креветочки такие. Картошка, мясо, мясо, кальмарчики, макарошки, всякие грибочки, рис, лапша рисовая. Так, папа, ты что тут у нас набрал? О, даже эти есть крабы, вау! Цукини жареные есть, кабачки. Вот эти креветки тоже жареные люблю, но их нужно чистить. Это рыбка. Возьмем, попробуем. Ну, меню хорошее, большое такое, много всего. Чистенько, друзья, как я всегда говорила. Кукурузки хочется. Это тоже креветки. Что возьмем, попробуем. Макароны. Рыбка красная, рыбка такая. Тоже хочу рыбки попробовать этой. Чуточек. А тут можно жарить, как это у нас, знаете. Берешь, подаешь. Ну, ресторанчик красивый, понравился. Меню большое. Есть что выбрать, есть что покушать. Так, иду я есть, а то уже все едят. Сейчас скажут, все, едем. И на том все. Друзья, всем доброй ночи. Ой, мы только что приехали, только зашли в гостиницу. И хочу, как всегда, сделать рум-тур. Дети отдельно. Здесь мы будем ночевать 3 ночи. Чисто, очень чисто, красиво так. Гена еще паркует машину. Сейчас придет. 11:30 мы приехали. Уставшие, конечно. Ой, сниму обувь. Запаха нету, такой чистый, приятный, хороший. Да, welcome, Геннадий. Лампочку включу. Вот. Так. Тут-то нужно включить. А где она включена? А вот. Вот так.
гостиница. И с брекфастом утром можно будет пойти на завтрак. Так, там ничего не видно, потому что ночь. Ой, слава богу, приехали. Уставшие, сейчас будем отдыхать. Так, тут что у нас? Холодильник. Его нужно включить, если что. Микроволновка. И такие тумбочки, шкалятки. Будем отдыхать. Очень рада, что заехали без каких-либо происшествий, без никаких проблем. Слава богу, все было хорошо.